Кадровый голод в промышленности связан прежде всего с чудовищно низкой зарплатой в промышленности в целом. Есть отдельные производства, которые являются исключениями. Есть отдельные специальности, отдельные города, которые являются исключениями. Но в целом промышленность крайне бедна из-за применения старых технологий. Поэтому это не привлекательно для широких масс людей. С другой стороны, это физический труд, который всегда менее привлекателен, чем умственный труд. Наконец, здесь нужно чему-то учиться. Наши вузы учат людей быть безработными с завышенной самооценкой и ничему больше. Система профессиональной подготовки, профессионального обучения практически уничтожена. Ее нужно восстанавливать заново. У нас уже из Бангладеш завозят рабочих, потому что ближе их просто не осталось. С другой стороны, есть важный термин «престиж». Одно дело, когда вы куете щит своей родины или работаете, чтобы люди были нормально одеты и были нормально обуты, или нормально питались. И люди пойдут работать на такие позиции. Совершенно другая ситуация, когда обычных людей искренне считают быдлом. Идти куда-то, чтобы быть быдлом, не хочет никто. Государству нужно просто изменить свою собственную систему ценностей. И тогда общество станет более жизнеспособным.